явно что-то не очень хорошее. Вот это странно все. Нет, из этого вылезло. А вот это вот, конечно, вот там что-то виднеется, но как-то это все выглядит. Ну что там такое вот? Вот что-то тут явно не так. Что-то пошло не так в этом яйце. Ну ладно, что ж, остается только ждать. Привет, а мы тебя все смотрели, когда же ты захочешь вылезать. И вот, наконец-то захотел. Тут ничего, да, ничего. Эти уже вылезли все. А тут все так и осталось сомнительно и подозрительно. Всем привет! Как и обещали, это видео будет посвящено проблемному яйцу. Вот у нас все малыши вышли, 16 из 17 яиц. Одно яйцо осталось, и там что-то загадочное. И сейчас мы посмотрим, что осталось в последнем яйце. Все малыши здоровенькие, хорошие, но бывают и проблемы в инкубации. Одно яйцо, что-то с ним не так. В общем, мы сейчас посмотрим, что же там на самом деле. Вот у нас малыши. Целая гора маленьких малышей вылупились. Голубенькие малыши. Целая кучка. Вообще получилось 16 малышей. У нас было 17 яиц в этот раз. Одно яйцо, оно погибло или что-то. Ну, мы сейчас посмотрим все. Мы их убираем во временный контейнер, чтобы они перелиняли. Один убежал у нас. Остался в яйцах своих сидеть. Вот такой временный контейнер. Не убегай, смотри. Пошел гулять. Давай, иди сюда обратно. Красавчик. Иди к своим братьям, сестрам. И сейчас посмотрим яйцо. У меня разделены яйца на две коробки, потому что несколько яиц начало плесневеть, и я их решила разложить по разным коробкам. Чистые отдельно, а где даже чуть-чуть есть чего-то такое плесень, я их протерла, убрала плесень хлоргексидином и положила отдельно. Вот. Эти все яйца 5, даже с мельчайшими проявлениями плесени, они были нормальные, здоровые, а одно действительно испортилось. Вот оно. Сейчас мы посмотрим, что там. Там видно, что есть какой-то зародыш, но непонятно, что там такое. То ли он испортился в процессе инкубации, то ли он еще инкубируется так долго после всех. Но это маловероятно, потому что температура там стабильная и однородная. Там так хороший инкубатор у нас. Ну, сейчас мы посмотрим, что там у нас такое осталось. Интересно. Похоже, как будто двигается, мне кажется. Вообще похоже довольно-таки на живого. Вон голова. Сейчас посмотрим. Это не голова. Он сжимается, походу. Да, он живой. Так что он не испорченный. Живой, вон голова тут. Здесь. Сейчас мы посмотрим. Или это у меня... А, нет, все-таки он мертвый. Черт, он живой. Он еще пока живой, но он плохой. Вон какой, бедняга. Он живой и... Но... Горбатый. Он не только горбатый, он вообще какой-то не очень... Какой-то кривой очень весь. Абсолютно весь. И горбатый, и с головой у него какие-то проблемы. Мне кажется, или у него тоже рисунок слегка нестандартный? А, ну, здесь вот... Да, он еще не сформировался, походу, этот рисунок. В общем, он тоже мелкий, кстати. Это то, что осталось от желтка, кстати. Вот, от питательного вещества. Вот еще пупок у него, конечно, не закрылся. Это еще... кишечника части вот здесь вот. Вот, но он не желез, то есть он реально еще пока живой, но он не желез, потому что он в любом случае умрет,
Но непонятно когда. В общем, бедняга. Кривенький такой вышел. Кривенькое такое существо получилось. Ну, вот всегда. Каждый год. Хоть одно яйцо, да. Что-нибудь с ним не так. А тут даже у него глаз какой-то не такой. Вон, посмотри. Вон. Какая-то пелена на глазу. Боже мой, бедняга, ты ротик открываешь. Жалко тебе, малыш. Ну, тебе не жить. Уже можно короткое что? Ну, по морде непонятно, но он... Вон у него здесь сросшееся место. Вот такое вот. Здесь горбики пошли. Вот раз горб, два горб. Вот здесь горб чувствуется. Вот он. Тут горб. Здесь горб. Тут горб. В общем, повсюду горбы. А хвостик что с ним? Тоже что-то не то? Да, хвост вообще какой-то сросшийся. Или это он так его сжал, непонятно. Ну, да, он горбатый хвост. Он у него не распрямляется. Потому что он здесь... У него сгиб такой идет, и его не распрямить хвост. Вот он не распрямится. В общем, он несчастный, и мы его перестанем сейчас смотреть быстренько, потому что мне кажется, что ему не очень хорошо так жить. Вот, чтобы он быстренько закончил свои мучения. Мне тебя жалко, бедный. Ничего, сейчас все закончится. Все, положили мы его обратно. Пусть он там